Всем привет, друзья мои! С вами снова я, Белокопатель. И сегодня я записываю такой короткий ролик, пока иду с ребятами на коп. Вот, хочу записать видео о том, что закончился выбор городов, которые будут расположены на новых купюрах 2000 и 200 рублей. В прошлом году я делал такой небольшой ролик, анонсирующий это голосование и вообще это событие. Вот. И наконец-то вчера официально завершились все этапы голосования. Вот. На купюре 2000 будет изображен Владивосток. Поздравляю всех, кто голосовал за Владивосток. Сам я тоже от души, ну, не голосовал, но в принципе рад, что так все получилось. Потому что как бы это логично. Песня Мумитролля известная, Владивосток 2000, она поспособствовала, наверное, этому. И несмотря на то, что на Дальнем Востоке, в принципе, не так много жителей, как, например, в той же Казани, которая была в финале, но, несмотря на это, все равно справедливость восторжествовала, и люди со всей России, да и не только с России, проголосовали за такой известный хит Мумитролля. Вот. И теперь у нас в 2017 году появится новая купюра номиналом 2000 рублей, и на ней будет изображен Владивосток. Ну и очень, правда, это все логично, вот. Так как мотив этой песни, я думаю, знаком просто каждому. Вот. И, соответственно, теперь это обрело и какой-то сакральный такой уже эффект. То есть купюра действительно стала Владивосток 2000. Вот. А купюра в 200 рублей, на ней победителем стал город Севастополь. Будет изображен он. Тоже с этим я поздравляю всех жителей, всех, кто голосовал. Помните, я устраивал такой конкурс. Ну и, естественно, я не могу обмануть ваши ожидания. Как я вам обещал, я выберу парочку победителей, кто быстрее и более верно ответил на эти вопросы. Здесь я помещу имена победителей, и также в описании под этим роликом они будут. Поздравляю вас! Вот. Но единственное, прошу не кидать дизлайки, лайки. Вот. Естественно, я не знаю точно, как работает редактирование комментариев, и может быть кто-то успеет и отредактировать свои более ранние комментарии на YouTube под тем моим давнишним роликом и, соответственно, станет победителем. Ну что ж, бог ему судья. Вот. Ну, как вы знаете, любое голосование, оно не без изъянов. Человеческий фактор, он присутствует. Ну, будем надеяться, что технически, по-моему, я не уверен, но вроде там нельзя изменять старые комментарии свои. Ну, в общем, тогда это все будет справедливо. Кто первый и указал эти города, тот и получит призы. Вышлю я им юбилейные монеты, скорее всего, вот эти, набор древних городов 2016 года, Зубцов, Великие Луки и... что там у нас еще? Не помню, какой третий город. Запамятовал, а то голова забита. Зашел сегодня с утра на почту. И сами знаете, что такое Почта России. В общем, это адовое зрелище. Особенно, когда приходят туда все пенсионеры платить по квитанциям ЖКХ. В общем, голова у меня немножечко забита этим. Еще раз поздравляю всех, кто проголосовал, кто угадал и участвовал в моем интерактивчике таком. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить ролики, наши выходы интересные с копа. Река меня очень радует. Поэтому выходы про коп речные, я думаю, продолжатся. Еще не одну серию вы увидите. Вот. Пожелайте удачи мне и ребятам. Поддержите нас лайком, репостом. Это поможет в развитии канала. Не думайте, что я просто так для себя прошу. Просто хочу, чтобы и канал развивался, и, соответственно, наше сообщество через путем пиар, через канал тоже набирала силу. Соответственно, и вам в нем будет интересно и наблюдать,
за происходящим в нем и принимать участие. Так что не скупитесь, пожалуйста, на лайки, на репосты. Это все работает во благо. Так, ну что, ребята, вот и новость. Определились победители конкурса символов для банкнот в 200 и 2000 рублей. Собственно, что я вам здесь хочу показать. Вы бы выиграли два: Дальний Восток, ну то есть Владивосток, и Севастополь победили. Но, как видите, здесь вот написано: совет директоров Банка России будет еще определять, какой из городов будет на той или иной банкноте. Поэтому Владивосток еще может и не появиться на купюре номиналом 2000 рублей, но это будет совсем нелогично. Тут вот даже приводится такая цитата: решение о том, какой из городов окажется на какой купюре, будет принимать совет директоров Центрального банка. Но мы, конечно, все помним про песню «Владивосток-2000», песня группы «Мумитроля», заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в эфире «Россия-1». Так что будем надеяться, что люди проявят благоразумие и не пойдут супротив логики. Я понимаю, что Севастополь, конечно, наверное, более значимый город, но все-таки хотелось бы более логично как-то, логичного решения, логичного итога всего этого конкурса. Столько людей участвовало, и хотелось бы, чтобы они не обманулись в ожиданиях. И именно купюра появилась у нас «Владивосток-2000», а Севастополь тогда уже появится на 200-рублевой купюре. За Дальний Восток проголосовало 546 тысяч человек. За Севастополь 543 тысячи, за Казань 537 тысяч. И за Сочи у нас 513 тысяч. Волгоград на последнем месте 513 тысяч. Ну, там уже разрыв считается в маленьких количествах. В общем, вот так вот, ребята, это еще будет решаться. Банкноты появятся в 2017 году. Ну, будем ждать. Это банкноты будут не юбилейные, а рядовые. Так что, я думаю, каждый сможет подержать их в руках. Всем они достанутся, никакого ажиотажа не будет. Теперь же давайте разберемся, кто же у нас выиграл. Кто у нас указал. Вот была эта новость. Новость была у нас выпущена 14 апреля. А, ну в этом году. Подождите, время загрузки, да, 14 апреля 2016 года. Вот, собственно, и сейчас вот здесь я выбрал все комментарии к этому ролику в хронологическом порядке. Здесь видите вот новые, это 3 недели назад. И, соответственно, внизу это самые старые, которые первые люди оставляли этот комментарий. И, соответственно, забивая вот слово, допустим, Владивосток, мы переносимся в самый конец, и получается, что у нас первым, кто предложил этот номер, был Дмитрий Александрович. 2000-я купюра будет Владивосток, как в песне. Ну, собственно, всем логично было такое решение, все за него и голосовали. Так что я Дмитрия поздравляю, он у нас становится первым победителем. А дальше у нас Севастополь. Мы забьем. Так, тоже Дмитрий написал про Севастополь, но так как он уже один раз победил, то следующий и, в принципе, единственный, кто указал слово Севастополь, это был вот этот вот человек с каналом «Поиск и хобби». Только Севастополь 2000, Новороссия 200 рублей. В общем, давайте поздравим еще этого человека. Прошу его связаться со мной. Также и Дмитрия Александровича прошу связаться со мной в личку или ВКонтакте, или здесь на Ютубе. И вам я в качестве приза вышлю обещанные монетки. Это будет набор монет 2016 года «Ржев», «Зубцов» и «Великие Луки» из серии «Древние города России». Ну, а вот так эта старая, давно фейковая картинка, давно гуляющая по интернету. Приблизительно вот так может выглядеть новая купюра в 2000 с Владивостоком. Ну что, ребята, всем спасибо за участие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу.
7 приветы. А я уже почти на точке. Пойду догонять ребят. Все, увидимся. С вами был Белокопатель. До новых встреч.